детских авторских хореографических работ объявили ко Дню Победы и назвали «Великая дата». Готовились к нему основательно, задолго до сегодняшнего выступления. Ставили танцы и ежедневно репетировали. Им была дана постановочная задача. Все это, естественно, прорабатывалось с нами, с руководителями. Конечно, в этом году задача была очень сложная у детей, потому что тема была «Это Великая Победа». Детям пришлось, чтобы осуществить эту задачу, полностью погрузиться в эту сложную тему. Организаторы конкурса хотели, чтобы дети прочувствовали всю значимость победы над фашизмом и посредством танца передали свои чувства и эмоции зрителю. И судя по аплодисментам, которыми зрители награждали каждого из участников, это удалось.